Бүгін осы Самсоновка ауылына арнайы келдік. Өздеріңіз білесіздер, біздің мынау қаланы қоршай орналасқан шағын аудандарды жұмысын кішкене жандандыру үшін адамдарға бағдарлама қабылдаған болатынбыз. Шағын аудандарды дамыту бағдарламасы деген. Футбол алаңын уәде бергенбіз, балаларға жасап береміз деп қазір аяқтап отырмыз. Тротуар жасап бастадық ауылдың ішінде. Освещение улиц населенных пунктов, улица Центральная, шоссейный переулок, въезд Самсоновка, улица Степная. Они горят? Да. Горят, да? Горят, да. Ну хорошо. Средний ремонт, вот эта часть мы сделали, полкилометра. И тротуар 320 метров. То есть потихоньку уже начали реализовывать эти наши. Это все было ваше предложение. Один из моих обещаний, это была футбольная площадка. Я в тот раз обещал, что буду делать футбольную площадку. Надеюсь, они сделали на совесть. Да, площадка отличная. Отличная? Будем проверять. Потихоньку делается, но это не предел. Дальше будем двигаться. Для этого я специально приехал, сейчас понял блок вопросов, тем более вы оставляли свои заявления. Мы еще раз проанализируем и придем к вам через месяц и скажем, вот ваши пожелания, вот наши планы.